Извините, вот ваша демократия. Снимаете, а потом начинаете пугать людей. Иностранные клиенты оттуда же засылают. Воронеж, алло, приехал, поговори. Я говорю, а вы свое показали? Я сказал, что я такой. Я понимаю, что я такой. Покажите вы. Молодой человек, снимите. Меня возмущает то, что мы кричим, да, наша оппозиция. Некогда, Серега, потом. Давайте разбираться сами, давайте пусть народ разберется. Народ России или народ Украины? Или народ Евросоюза? Или представители еще каких-либо государств приедут к нам, помогать нам разобраться? Где вы видите нас здесь? Мы же живем в своей стране. И давайте исходить из реального. У меня растет двое детей. Я очень хотел бы, чтобы мои дети не знали, что такое на законном уровне педерастия и педофилия, как это происходит в Европе, как, чтобы венчали у нас в церквях однополые браки. Это то, за что Господь уничтожил Содом и Гоморру. И давайте исходить из реального. Меня зовут Владимир. Фамилия моя суть нужна? Не надо. Спасибо, просто Владимир. Раньше горело. Оно горело в другом месте.